цвет. Следующий день. Из полуимбира. Примеряю такую тельняшку. Очень расслабленная, комфортная. Ткань такая приятная. Мне кажется, прикольный. С шортиками, с голубыми джинсами. Ну и с этими джинсами тоже нормально. Сейчас еще померю с черной юбочкой джинсы. Мне кажется, очень стильно. Цена приятная. 12 тысяч. В конце покажу все с ценниками и размерами. Нравится, как край сделан. И как горловина сделана. Прикольно. Спущенная линия плеча. Симпатно. Наверное, куплю ее. Искала что-то подобное как раз. У нас такая тельняшка. Не смогла ее внутрь заправить, потому что юбка экстремально S-размер, но она такая узкая. Если на талию натягиваешь, то, конечно, длина экстремальная. Но в этом сезоне снова вернулись мини, ворвались, поэтому можно и так. Конечно. Вот так это выглядит с мини-юбочкой. Волонина такая. Юбка мне, конечно, понравилась. Надо это размер больше брать. Вот тут еще, оказывается, видно все. Можно так заправлять ее. С моими кедами дизель хорошо смотрится. Уже красивая кофтенка с юбочкой. Переходим к следующему образу. Юбку берите на размер больше. Если вы носите размер S, то надо брать M, наверное, как минимум. Еще что-то впритык, конечно. Рубашка интересная. Такая. Интересный такой принта. Вот лица. А вот тут еще сердечки. Прикольно. Очень приятная на ощупь, наверное, вискоза. Вот такая свободненькая, взяла побольше змеи, правда, торчат. Вот так с юбочкой коротенькой. Тоже такой стильный лучок. Можно, конечно, ее внутрь вот заправить. Мне так тоже нравится. Стильно, мне кажется, расслабленно. Смотрю. Классная рубашка светлая. Сейчас усложнимся пиджачком. Попробую сверху. Пиджачок отдельно, короче. Симпатично, мне кажется. Рубашка супер. Очень приятная. Стильная. Смотрите, еще в расстегнутом виде тоже хорошо, когда топ внизу, или можно кроп-топ, если у вас позволяет фигура. Также с юбкой или шортами носить вот так вот, расстегнутым. Кажется, тоже симпатично. Красивая рубашка. Советую, если вы искали укороченный жакет по приемлемой цене. Вот он, вуаля. Так выглядит это с юбкой. А это все? Она, рубашка на дне, букет полностью сухий, хорош? Симпатично, мне кажется. А что? Футболка не другие барки. Очень держит ёбку с ботинками, с кроссовками. Ну и с джинсиками. Любыми на завышенной талии, серенький такой, симпатичный, приятная ткань, такая плотненькая ткань, и висит как тряпка, хорошо держит форму, вот так вот смотрится, такой джинсовой юбочкой. Советую, если вы присмотрели, давно, то есть искали, то можно присмотреться, мне нравится, супер, советую. Вот такой свитшот, такой нежно-желтенький цыпленок, что-то с этим,
с инопланетянами. Мне кажется, клево смотрится с юбочкой тоже. Желтенькая, как солнышко. Хорошо смотрится этот свитшот. Зинтиками любыми будет смотреть хорошо. Тоже очень понравилось. Мягенький такой. Цена демократичная. Так сбоку смотрится. Тоже советую. Ну все, до скорых встреч, друзья. Пока-пока. На сегодня это все. А, я еще артикул вам показала. Сейчас покажу все артикулы. Размер я смерила. Желтенький свитшот. Приятный. 13 тысяч. Так. Укороченный жакет. $16 000 в размере S. Рубашечка. Кортику. $12 000. И тельняшка. $13 000 в размере M. Так, все советую. И скажу сейчас по юбочкам. Я с размером 12 000, но еле как не вместе. Берите больше M или L. Друзья, спасибо вам всем за просмотр и до скорых встреч. Пока!